редакция газеты «Вечерний Гродно» получили вызов Ice Bucket Challenge от наших друзей. Это Инна Гришук, Сергей Литкевич и я, Ева Колодко. Теперь мы должны облиться холодной водой. У нас нет, мы ее набрали вот в этом колодце. Она очень холодная. Деньги мы пожертвуем на детский хоспис и на реставрацию Гродненской кирхи. И еще сегодня на улице 4 сентября вечер. Я делаю свой вызов моему самому знаменитому гродненскому однофамильцу, директору мясокомбината Анатолию Гришуку, давним друзьям газеты «Вечерний Гродно», газете «Вечерний Брест». Я делаю вызов самой светской женщине города Гродно Ирине Сильванович, самому крутому фотографу Александру Саенко и надежному партнеру польской газете «Курьер Паранный». Я делаю вызов самому талантливому человеку в Гродно Виктору Шалкевичу, нашим друзьям из Берлина, организаторам самых лучших семинаров Питеру и Барбаре. Так мы сделаем вызов самому главному человеку в области, губернатору Владимиру Кравцову. И самому главному человеку в городе Вячеславу Гою. Всегда не отдам.